«Гамбит», «Большак», «Дамка». На вопрос, что означают эти термины, сходу не ответят даже многие взрослые. Для детей сложные слова и вовсе не больше, чем набор звуков. А вот воспитанник детского сада «Морозко» Леня Яблочник знает о них все. Леня, с какими хочешь играть? Увлекся шашками Леня несколько месяцев назад. Тогда ни педагоги, ни родители и не думали, что обычный детсадовский кружок станет для мальчика шагом в большой интеллектуальный спорт. Потенциал в ребенке увидела его воспитатель и тренер Оксана Гаджикеримова. А буквально две недели назад на областном первенстве по русским шашкам в Ступино воспитанник детского сада «Морозко» стал победителем. Тяжело было? Да. За звание лучшего шашиста Московской области Лене пришлось бороться с ребятами на несколько лет старше него. И уже во второй игре первенства волнение взяло верх. Леня проиграл и едва не опустил руки. Тогда на помощь мальчику пришла его наставник, тренер и друг. Леня, так нельзя. Соберись, ты знаешь, ты можешь. Следующий день один выигрыш, второй, третий, четвертый. Я говорю, из восьми он проиграл всего лишь одну игру. Свою шашечную карьеру сама Оксана Гаджикеримова начала, согласившись поучаствовать в турнире среди учителей школы, где когда-то работала. После неожиданной победы ее отправили на региональные состязания, а затем на областные. На этом игра в шашки закончилась, но желание добиться новых высот не покидало. Через 20 лет мне попался вот такой шанс. Ребенок, может, он нашел меня или я нашла его. У нас вот мы друг друга встретили с этим ребенком и поддержал. Он меня и я его. Мы друг друга дополняем. Он так вот умный ребенок, замечательный. Можно сказать, даже вундеркинд. Детский сад «Морозко» входит в структуру средней школы номер 29. Сегодня в этих образовательных учреждениях стараются делать все для полноценного развития ребенка с самого раннего возраста. Директор школы Наталья Коныгина уверена, чтению, письму и математике гораздо проще научить, когда у ребенка есть главный навык. Очень важно научить детей мыслить, думать, принимать правильные решения. А такие игры, как шашки, шахматы, это, конечно, развитие логического мышления. Это очень здорово. Депутат Наталья Коныгина считает, что высоких результатов в соревнованиях самого разного масштаба воспитанники детского сада «Морозко» добиваются благодаря слаженной командной работе всего воспитательского состава. Когда под моим руководством была только школа и побеждали дети, ученики, это одно. Но когда здесь малыши, казалось бы, ну что они там могут, что они умеют? Они умеют очень много и могут очень много. Впереди у Лени Яблочника ответственный этап – всероссийские соревнования по русским шашкам. Через пару дней мальчик начнет упорно готовиться к очередным состязаниям. Ну а что тебе помогает справляться с волнением? Ну я просто тренируюсь и побеждаю на тренерах. То есть, в общем, самое главное – это практика, все время заниматься. Да. В саду уверены, домой дошколенок вернется с победой. И кто знает, может быть, через несколько лет в списке выдающихся шашистов России рядом с именем Алексея Чужого и Александра Шварцмана появится еще одно – Леонид Яблочник.